Я приветствую вас. Меня зовут Константин, и я занимаюсь дыхательными и телесными практиками. И сегодня я хочу показать вам очень простое упражнение для успокоения ума и для того, чтобы расслабить наше тело. Упражнение очень простое. Руки фиксируем на уровне груди. Представляем, что они лежат на поверхности воды. Представьте, мы зашли в озеро, и вода где-то вот по грудь, да, по центр груди, сверху лежат руки, ощущаем воду, чувствуем прикосновение к воде, поворачиваем корпус, и руки выталкиваем вперед, вытолкнули, и теперь идет движение по кругу, как будто гладим воду, подтягиваем груди, снова разворачиваемся, выталкиваем руки вперед, и снова гладим воду. Теперь с дыханием. Когда мы выталкиваем руки, идет выдох. Когда мы гладим поверхность воды, идет вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И то же самое делаем в обратную сторону. Выталкиваем руки вперед, гладим поверхность воды, подтягиваем груди, разворачиваемся и снова. Вытолкнули, погладили, разворачиваемся, вытолкнули. И здесь у нас идет выдох, а здесь вдох. И выдох, вдох, выдох, достаточно. Это упражнение лучше всего выполнять утром, для того, чтобы настроиться, да, на свои внутренние ощущения,
для того, чтобы успокоиться и для того, чтобы расслабить тело. Также можно выполнять упражнения вечером, но лучше всего, конечно, утром. Также можете зарегистрироваться на мой бесплатный курс по разблокировке тела. Есть еще очень интересный курс по дыханию. Вот, и множество других упражнений, которые можно использовать отдельно, самостоятельно. Я желаю вам хорошего дня и хорошего настроения.